Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Пабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джану Самаюктам Бинда Банаману Ванчакалпатаруэшчакипасиндбевача Патитананг Павунебхо Вайшнабхебхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунг Лангхайтигирин Яткипатамаханг Ванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараян Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девинг Сварасватинг Весам Тато Жайо Ди Санкиртане Кришна Катха Упадеш Гаурия Патрашча Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Ягод Баруну Дхайям Сада Баривабагнам Авишчудухам Титас Падам Сива Виринджанутам Сараньям Бхитатихам Панутопал Бхавадибутам Банде Махапурусате Чарнаравиндам Ядпада Паллавана Качанна Маничатай Висхурджита Кимапикабхавадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Круши Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджану ломбита бхужоу канука бодату Сангитаной кабитару камала ятакшу Вишамбару диджавару джугадхар бапалу Банде ягат приякару каруна бодару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурир Бандито Дибба Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхавану рупе насада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гоури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мада пухарам Баранаси Бурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Ясача Бхакшаси Ясастихиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам.
Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo megyam mukti mahanta datri Shithilito vidiraga radha radhe shadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta bani Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo megyam mukti mahanta datri Shithilito vidiraga radha radhe shadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta bani Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada сказал то, что до тех пор, пока у нас нет стопроцентного шаранагати лотосным стопам Верховного Господа, никто не может говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока вы не предались на 100% лотосным стопам Верховного Господа, и до тех пор, пока человек не предался лотосным стопам Верховного Господа, он не может говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Это невозможно, поскольку всегда, когда мы говорим Харикатху, мы можем бояться, как это представить, эту философию таким образом, чтобы люди не обеспокоились и поняли все правильно, но это наша обязанность от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, от имени Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати и Шрилы Бхактивинода Такура. Это наша обязанность говорить то, как оно есть. Шрила Прабхупад говорит, если мы изменим наш даршан, нашу сиддханту, тогда вся ответственность упадет на нас. И в этом случае Верховный Господь, я имею в виду Нитянанда Баларам, они не возьмут на себя никакой ответственности. Если я изменю свой даршан немного даже, и в этом случае вся ответственность, она придет на нашу голову. Шрила Прабхупад говорит, если вы сможете говорить об абсолютной истине абсолютным образом, согласно Шраута Панхе, вы должны говорить то, что есть, точно. А если вы измените что-то, тогда вы должны всю ответственность на себя взять, иначе наша Харикатха, наш Киртан, для того, чтобы Верховный Господь был доволен. Харикиртан, Харикатха, через Харикиртан и Харикатху мы хотим сделать так, чтобы Верховный Господь был доволен на 100%. Это должна быть наша цель, наш девиз. На самом деле, Шрила Прабхупад говорит, подобно почтальону, те письма, которые он приносит, он их должен просто доносить, а не менять. И любые письма, которые приходят к нам, почтальон, он отдает их нам, эти письма. А если вы найдете какие-то новости, которые вам не нравятся, то это не вина почтальона, а почтальон просто он приносит эти письма. И также Шрила Прабхупада говорит, мы подобны почтальонам, мы должны это послание доставлять в неизменном виде. И Шрила Прабхупад говорит, даже любые киртаны, если мы меняем хотя бы точку, запятую или еще что-то, то значение может измениться. Обусловленная душа не может добавить никакого, ни единого слова, иначе это оскорбительно, и у нас нет права
менять то, что там написано. Многие ачарьи, они могут спорить на эту тему, споры идут. И те, кто находится на пути Шраутапанчи, они говорят то, что написано в киртанах Наротам Такур или Бхактивинода Такур, или Лочандас Такур, любые киртаны. Мы не можем изменить никакого слова, никакой точки запятой, никакой пунктуации. Если будем делать так, то нас ждет наказание, и таким образом у нас нет права менять что-либо. И мы должны действовать как почтальоны и доставлять письма всем. И это наша обязанность. На самом деле, мы хотим обсудить об уникальной ачарьятве, об уникальном идеализме Шрилы Прабхупады. Оно уникально, оно никак ничего подобного никогда раньше не было. Мы хотим обсудить это и также обнаружить, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. А главная тема — это обязанности Вишвавайшнава Раджа Сабхи, трансцендентные обязанности Вишвавайшнава Раджа Сабхи. И вот смотрите. Мы хотим обсудить о апракрита, о трансцендентном, уникальном трансцендентном идеализме Шрилы Прабхупады. В то время Шрила Прабхупад был в Майяпуре, и была большая Дхарма Сабха в Калькутте, и все преданные гаудии, саньяси, брахмачари говорили на этом собрании, и вот там Сидда Сварупа Прабху, Сидданти Махарадж, Бхакти Сваруп Сидданти Махарадж, он был там, Сидда Сварупа Прабху его звали, и другие саньяси также были там. И на этой харикатхе, когда Сидда Сваруп начал говорить, поскольку те, кто преданные Гаудия Матха, не всегда можно узнать их настроение, поскольку весь мир практически 100%, может быть, конечно, есть какой-то малый процент от этого, но практически все люди в этом мире, они так или иначе, они заняты в каком-то имперсонализме, они как-то идут на компромисс с имперсонализмом. Но Шрила Прабхупад говорит, что если мы пойдем на компромисс даже на одну какую-то малейшую часть, мы пойдем на компромисс с имперсонализмом, то Шудда Бхакти мы потеряем. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если мы даже немножко отклонимся от пути чистого служения, то попадем в лапы Майи. Имперсонализм значит Майя. И также я говорил достаточно давно о том, как различными способами, как этот самый имперсонализм может появиться в нашей жизни. Он может явиться различными способами, чтобы осквернить наше сердце и чтобы мы отклонились от пути чистой преданности. И вот Сидда Сварупа Прабху говорил Харикатху. И вот он говорил, чтобы опровергнуть Майяваду. И он сказал то, что проповедник, проповедник Майявади с какой-то Ваймиси, он хулиган, я не хочу называть его имя, и имя той миссии, ну какие-то майявадские миссии. И вот его Сидда Сварупа Прабху сказал, что тот проповедник с этого майявадского общества, он хулиган. И под именем Дхармы, прикрываясь именем Дхармы, он занимается хулиганизмом, и никакой духовности в нем нет.
Я уже говорил, что есть политическая мафия, образовательная мафия, спортивная мафия и даже духовная мафия есть. И можно вот найти, что если ваше видение, оно ясное, а если, конечно, если вы слепы, вы ничего не заметите, но если непризято посмотреть, то можно найти много мафии в каждом поле деятельности. И вот... Нет, это вот духовная мафия такая. И Сидда Сваруп Прабху тоже сказал, хотел сказать об этом, но в этом и начали возмущаться, что Сидда Сваруп Прабху и Сидда Сваруп Прабху очень строго начал отвечать на. Почему он так вынужден был сказать, но все же кто-то недоволен был. Шрила Прабхупаде новость пришла, что Сидда Сваруп Прабху так сказал перед публикой, так отругал этих майвади. Шрила Прабхупад улыбнулся и сказал, что правильно он сказал. Никто не может сказать, духа никого не хватает сказать так, и поэтому он все правильно сделал. И вот сейчас вы можете понять дух Шрилы Прабхупады, дух идеализма и ачарьятвы Шрилы Прабхупады достаточно давно на другом собрании. Несколько примеров я могу привести. Идеализм Шрилы Прабхупады практически никто не мог понять. Вот была Дхарма Сабха в Калькутте, ну, где-то там поблизости. Там Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж и много других преданных были, говорили Харикатху. And in the beginning, Parambija Kesava Goswami Maharaj, in the starting of Harikatha, Kesava Goswami Maharaj speaking, what I can say in front of those, you know, leather men, ee chamar gulo samne ami ki Harikatha bolu, what Harikatha I can speak in front of those leather men. И вот очередь Кешава Махараджа подошла, он сказал, что что я могу говорить перед этими сапожниками, этими, ну, имеются в виду людьми, которые с кожей имеют дело, то есть он имел в виду, что эти материалисты заняты только материальными вещами, буквально плотью и кровью, и все, что связано с этим материальным. И с одной стороны он правильно сказал, но люди недовольны были, начали возмущаться, почему он говорит так. И там был Шридхар Махарадж, он был адвокатом, и вот он сказал, подождите. You will have to give answer. И сказал, что ты этому Шрила Кешава Махараджу, что ты должен ответить за свои слова. Мы хотим узнать, почему ты так грубо обозвал нас всех. И люди начали поддерживать его, да, пускай отвечает, за что он нас этими сапожниками назвал. Если не сможет ответить должным образом, посмотрим, что за проходимец тут. И вот. И таким образом Шридхар Махарадж, он дал шанс Кешаве Махараджу пояснить все, что он хотел сказать. И вот тогда Кешава Махарадж, он объяснил, почему он так сказал. И потом, когда все выслушали, они поняли, что он был прав. И не нашлось никого, кто мог бы возразить. Шрила Кешава Махарадж, он показал это все, поскольку абсолютную истину мы не можем как-то обойти. И вот один Махарадж с одного матха позвал Кешава Госвами Махараджа говорить Харикатху.
И вот мы хотим понять настроение Шрилы Прабхупады. И Кешава Госвами Махарадж, у него такое же настроение, как и у Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж и кто-то из его учеников, они подошли к тому матху, и там началась Харикатха вечером. И вот все саньяси говорили один за одним, и после этого Джаджавар Госвами Махарадж пел киртан прекрасный. И после этого тот ачарья Кешу Госвами Махараджа спросил, хочет ли он что-то сказать. И Кешу Махарадж посмотрел на него и сказал, вы позвали меня говорить Харикатху здесь, я сейчас спрашиваю их, хочу ли я что-то сказать или нет. Ну, а ему сказали, что будь осторожны, тут много уважаемых людей, вот судья Верховного суда там и прочие, надо следить за словами. И Кешав Махарадж улыбнулся, засмеялся, начал вандану и начал говорить Харикатху очень жестко. И все эти уважаемые гости, они были ошарашены. И вот так или иначе, те, кто следуют Шриле Прабхупаде на 100%, они не могут изменить свою сиддханту, поскольку они не говорят Харикатху ради обретения чего-то. А эти глупое общество, оно настолько глупо, что оно не понимает, что если какой-то саньяси говорит как-то, какой-то махарадж говорит как-то так, чтобы побольше последователей получить, но, к сожалению, имеется в виду, а те, кто говорят только об абсолютной истине, они готовы пожертвовать даже большим, чем борцы за свободу, хотя борец за свободу может жизнь ради страны пожертвовать, но ум он не может посвятить своей же стране. И вот борцы за свободу, они тело могут оставить в борьбе за свободу, но ум не могут оставить. Какие-то люди могут помереть ради славы. Я уже говорил, что кто может заявить по-настоящему, что ему не нужна никакая слава, даже смотрите, борцы за свободу, они помирают, но часто с целью получить славу. А без этой пратишти, без этой славы никто не хочет ничего делать. А разница в том, что вайшнавы, они заинтересованы в вайшнава пратиште, а материалисты в материальной пратиште. В этом и разница не просто как между землей и небом, а бесконечная разница. И вот когда и как они могут прийти в гармонию с чистыми вайшнавами, поэтому И вот в этой шлоке говорится, что вайшнава с его трансцендентными качествами мы не можем сравнить ни с кем в этом мире. И мы не можем сравнить трансцендентные качества вайшнава ни с кем, ни с каким человеком в этом мире. People are so foolish, they cannot distinguish the difference. They are so foolish, they cannot understand.
Люди настолько глупы, что не могут понять разницу между Шудда Бхакти и Майявадой. Такие люди думают только о своем положении, уважении в обществе. Они присоединяются к какой-то духовной организации только ради того, чтобы получить какую-то славу, почет и уважение, и все. If somebody coming in Gaudiya Math for Shila, long time, maybe for 10 years past, but если кто-то ходит в Gaudiya Math последние лет 10, например, но не чувствует никакой необходимости принять прибежище у Садгуру, his coming to Gaudiya Math is useless. То такое хождение в Гаудия Матх, оно бесполезно, толку нет от него. Такой человек может сатсангу на показ как бы совершать, чтобы люди не сомневались в его так называемой честности, что человек ходит каждый день в Гаудия Матх уже 10 лет. На все киртаны, на арати ходит, но иногда такие люди, подобные торговцам, они просто собирают свою пратиштху и все. А как это понять, только Гаудия Матх может указать на это? И кто же может нам открыть глаза на такие очевидные вещи? И неочевидные милостивые вайшнавы, они очень милостивые. А сейчас, к сожалению, практически все они без... Не имеют никакой милости, а только хотят ограбить своих последователей и не могут показать никакой чистой преданности. И Шрила Прабхупада говорит, что это не дживидоя, это отсутствие милости. Те люди, которые обманывают вас, они таким образом совершают дживахимсу, насилие по отношению к душам, поскольку они могут знать о том, что вот, говорит Шрила Прабхупада, например, то, что... Но такие люди, они не говорят об этом, хотя знают, что нужно бы. И много ачарьи, каких-то важных саньяси говорят то, что если мы следуем Шрила Прабхупаде, то не можем поддерживать Гаудия Матх. Но я думаю, таких людей нужно изолировать от Гаудия общества, а не Майваде. Их нужно как-то изолировать, чтобы они не мешали существованию Гаудия Матха. И то положение, в котором они находятся, нужно их как-то изолировать, чтобы никто не заразился их таким образом жизни и умонастроением. И вот те, кто говорят, что следуя Шрила Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру нельзя поддерживать Гаудия Матх, то такие люди не участники Гаудия Матха и отношения к нему не имеют. Настоящий Гауди никогда такого не скажет. И вот смотрите, мы думаем, что кто-то ходит в Гаудия Матх, может, последние лет 10-15, может, бхакти развил, но бхакти – это не что-то дешевое, что можно пойти на рынок и купить. Я бросаю вам вызов, идите на рынок и попробуйте. Вот. В Вриндаване, в Харидваре, где угодно, покажите, кто говорит о том, хоть одного человека, который говорит о том, о учении Шрилы Прабхупады, и покажите мне хоть одного, кто не стремится к славе, почестям и уважению. Некоторые люди говорят очень красиво, очень сладко, но но не говорит о главном. И вот Шрила Прабхупад говорит, что малейшее отклонение от пути Шудда Бхакти может в итоге в итоге попасть, мы
можем попасть на колени к Майе, и чистая преданность не появится в нашей жизни, если мы будем смешивать все с Майей. Кто-то думает, что можно немножко майявады иметь в своей жизни, но нет. Никакой майявады не должно быть ни капли, если мы хотим обрести чистую преданность. Это может стать причиной нашего падения. Это не шутки. Мы должны находиться у лотосных стоп Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, иначе мы не сможем обрести чистую преданность. Это невозможно. И вот смотрите, малейшее отклонение, оно может принести нам проблемы. И Парампуджа Падшила Кешава Госвами Махарадж говорит, и наша Гурварга, и те, кто находится в наставнической преемственности вместе с Шрилой Прабхупадой, они также говорят, что имперсонализм, майявада, они могут прийти различными путями к нам, и мы не можем даже представить разнообразие этих путей. И наш Тата Витачарья, наша Гурварга, они говорят, что если вы видите, кто-то приходит, ходит в Гаудия, точнее, долгое время посвящение еще не получил, но каждый день ходит, арати смотрит, может, сукрити развивает таким образом, но это сукрити тоже может... Сукрити, которая Бхаван у Мухи Сукрити, это может Бхакти не дать, не дать нам, но какое-то благочестие дать. И вот, вот есть два вида Сукрити. Одно, которое преданность дает, а другое какое-то благочестие и материальные наслаждения. И вот если кто-то ходит в Гаудия Матх, но не чувствует никакой необходимости принять прибежище у Садгуру, то его хождение в Матх, оно ложное, поскольку Рупа Госвами Пад пишет в Бхакти Расамрита Синдху такие слова. Адоу Гуру Падасрайо, если кто-то не принимает прибежище у Садгуру, то вопрос того, чтобы начать баджан для обретения чистой преданности, его нету, поскольку у нас должна быть необходимость, мы должны осознать необходимость принятия гуру. Поскольку, когда бы вы не общались с чистым вайшнавом, шикшагуру, подлинным шикшагуру, то вы, благодаря такой садусанге, вы почувствуете какую-то реакцию в вашем сердце, вы почувствуете необходимость принятия прибежища у садгуру. Вы будете искать. А если вы не чувствуете необходимость принятия прибежища, то будьте уверены, ваше хождение в Гаудия Матх показывает то, что вы хотите что-то иное, а не обхилаш, какие-то посторонние желания. Есть люди, которые 25 лет, 40 или 50 лет даже в Гаудия Матх ходят. Я слышал таких... Ну что, жизнь испорчена, даже слово испорчена, не могут говорить. Вот на английском «quilt», вместо «spoiled quilt» говорят. Я смеюсь, это разве участники Гаудия Матха? Если вы изучите Сиддханту Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, вы найдете, что... Там говорится, что есть какие-то люди, они закрывают глаза на имперсонализм, но это неправильно. Есть такая пословица английская, что птица, ну, похожие птицы, они летают вместе в одной стае.
И вот и Махарадж пример приводит, что какие-то люди, у них там работы нет, не учатся, ни делом никаким не занимаются, просто без дела сидят, но Шрила Прабхупад говорит, мы не... И вот Шрила Прабхупад говорит, что те люди, которые просто приходят в Гаудия-Мат из-за того, что там негде жить, негде работать и нечем заниматься, такие бездельники, но с такими людьми мы не должны дел никаких иметь, поскольку у нас не ночлежка для бездомных. They contact one, you know, room, they pay something, or maybe 100 or 150 people, they together they are going to pay the rent of that building. And some Uriya у нас также Uriya Brahman is there, he's going, he's taking all khaini, tobacco, tea, everything, no problem. They can take and going to cook for us. Everybody giving contribution. So after 1 month, they calculate how much expenses. They according to they give payment. Махарадж рассказывает, в Индии есть такие, эти, ну, типа общежития, что люди снимают одну комнату, там на 100-200 человек нанимают повара, который готовит для них всех. Ну, повар может не следовать никаким принципам, там, курить, пить и прочее, но на это не смотрят, но вот, в общем, скидываются на еду и на зарплату повара, и вот живут в таком межбаре, называется. Как, ну, что-то вроде общаги или что-то похожее. The more you can give material facility, the more you can get boat. They can give boat in favor of you. But obviously, вот Махарадж говорит, Шрила Прабхупад говорит, что Шрила Прабхупад никогда не идет на компромиссы с какими-то глупыми людьми, которые, ну, с какими-то бездельниками, которые просто приходят в мат, чтобы пожить и ничего не делать. И вот если вы совершаете сатсангу, то результат этой сатсанги, чего Госвами Пад говорит, результат сатсанги в том, что он очень могуществен, сам этот результат сатсанги. Джива Госвами Пад говорит, что сатсанга, она никогда не пропадет. Если вы совершаете сатсангу, то результат этой сатсанги вы, несомненно, получите. Она может дать вам огромное благо. Если вы... 100% you can feel it. Обретаете чистую сатсангу, то вы почувствуете необходимость принятия прибежища у садгуру. А если вы не чувствуете такой сильной, срочной необходимости принять прибежище у садгуру, то ваш приход в Гаудия-Матх, он бесполезен. Это очень сокровенная сиддханта. И мы всегда должны помнить это и не забывать. Мы должны помнить об этом и не забывать. На самом деле Шрила Прабхупад дал нам смотреть разницу между Шрилой Прабхупадой и какими-то обычными ачарьями. Вы можете сравнить, насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем относительно чистой преданности Шуда Бхакти. С другой стороны, Шрила Прабхупад всегда говорил: будьте осторожны. Шрила Прабхупад говорил, будьте осторожны на пути вашего Харибаджана. И вот он говорил, на пути вашего Харибаджана автоматически Лапа Пуджа, практически Камини Канчана, может все это прийти, чтобы осквернить ваше сердце. Это естественно. На пути вашего Харибаджана. Это такой автоматический фактор, что препятствие приходит.
going to contaminate your heart very shortly coming. But this kind of pratishtha cannot contaminate the heart of pure Vaishnava. Like the case of Madhavendra Vaishnava, Madhavendra Purипада, например. Madhavendra Purипада, он быстро убежал с того места, с этого Кирачала Габинатха, где находится. И чтобы люди не оказывали ему почтения, он быстро ушел посреди ночи. Это сердце чистых преданных. Они не заинтересованы ни в какой пратиште. Если Шрила Прабхупад говорит Харикатху в Бенаресском Хинду университете или еще где-то, этот Бенчу, этот Бенарес Хинди университет, это изначальное место Майявады, но Шрила Прабхупад, он говорил Харикатху там, объяснял Веданту настолько прекрасно. И никакой Майявади не спорил. Все приняли объяснение Шрилы Прабхупады. Speaking this way, this is actually the Harikatha of Prabhupada. You know, we are in the line of Prabhupada, we must maintain that kind of, you know, мы находимся в учении Шрилы Прабхупады, в его линии, и мы должны поддерживать такие же стандарты, иначе мы оскверним этот, опустим этот стандарт, и это плохо. К сожалению, много майявади имперсоналистов, они приходят и присоединяются к нашей миссии и иногда пытаются осквернить ее. И вот сейчас я хочу рассказать про Мадан, был такой пандит, Мадан Махан Малабья. Когда он увидел, услышал Харикатху Шрилы Прабхупады, он был восхищен, и когда он пришел в Гауди Миссию, в Калькутский Гауди Мат, он сказал: за всю свою жизнь я никогда не склонялся ни перед кем, ни перед каким ачарьей, но автоматически моя голова склонилась перед лотосными стопами Шрилы Прабхупады. Настолько он велик, настолько уникален. Никакого осквернения, никакого запаха даже, несовершенного поведения нету в нем. Он настолько прекрасен, настолько совершенен. И это настолько редко видеть такой идеализм Шрилы Прабхупады. И вот этот Мадан Махан Малабья, который он вынужден сказать был так, что за всю свою жизнь он никогда не кланялся никому. Его голова никогда не склонялась ни перед кем, но когда он увидел Шрилу Прабхупаду и услышал его, то автоматически его голова склонилась, и я не могу объяснить словами все величие, уникальность Шрилы Прабхупады. И он был очень, и он поклонялся лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и был очень рад, что встретил его. А сейчас какова процедура проповеди? Шрила Прабхупад говорит: на пути нашего Харибаджана автоматически. Лабхапуджа и Пратишта, они приходят, чтобы осквернить наше сердце, и мы должны быть очень осторожны. Лабхапуджа и Пратишта, они приходят к нам автоматически, но мы не должны быть заняты этими дешевыми вещами Пратишта и прочим. Кто-то очень стремится к славе, к почестям и уважению, но и какие-то люди, чтобы получить славу, они готовы отказаться от имени Гауди Матха, от имени Шрилы Прабхупады. И я могу открыто показать,
что есть осквернение майявады. И никто не хочет смотреть на истину в таком виде, в каком она есть. И обычно мы слышали от нашего общества такие слова. Oratorship means you have to speak in gist, you have to speak to the point, you have to explain all point what you mean to say. That is called oratorship. But that oratorship doesn't mean that you have bhakti. И вот кто-то может красиво говорить, но если человек красиво говорит, это не значит, что у него есть бхакти. Если он может говорить часы за часами, но наличие бхакти это совершенно не значит. Мы не можем даже представить, какое могущество, какая сила была у Шрилы Прабхупады, я не могу объяснить. Сила Парабхудепа Кешава Гуса Махарадж, мой Гуру Падма говорит то, что с какими-то моими братьями в Боге я отправился в Орису, в Катак. Там какой-то был этот колледж какой-то, Ревенса колледж, как-то так назывался. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, Арани Махарадж, они там отправились говорить Харикатху перед знаменитыми учеными, исследователями, и вот они говорили Харикатху в том колледже. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он был сабхапати, председателем этого собрания, и он последний говорил, как правило. И перед этим он дал слово Арани Махараджу говорить. И Арани Госвами Махарадж говорил так о славе Гауранги Махапрабху, о его милости, об абсолютной милости Авадания, несравненной милости, Шри Чайтанья Дева. Он говорил об этом, и практически час он говорил, он остановился, и Прабхупада Шрила Кешава Госвами Махарадж, он сделал заключение этой речи, поскольку он последний говорил, и вот он начал говорить. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит: мой брат в Боге, Шрила Арани Госвами Махарадж, он говорил очень подробно, и вот он практически все сказал, и сейчас я не хочу много говорить, я хочу сделать такое заключение о том, что Арани Госвами Махарадж сказал. И сейчас Шрила Кешава Госвами Махарадж начал говорить: смотрите на силу могущества Шрилы Прабхупады. Все профессоры, исследователи, они встали и начали выражать почтение Арани Госвами Махараджу, начали громко хлопать, поскольку такую уникальную философию они в своей жизни никогда не слышали, и после этого они спросили Арани Махарадж, что он изучал, докторскую диссертацию по какой теме написал, что за тема. И Кешава Госвами Махарадж рассмеялся и сказал: смотрите на могущество Шрилы Прабхупады. What kind of power is there with Prabhupada? Какое могущество у Шрилы Прабхупады, что даже необразованный человек может говорить как пандит? Как великий пандит? Даже великие пандиты не могут найти никакого недостатка в этом. И понимаете, какое могущество было у Шрилы Прабхупады? Шрила Бондев Госвами Махарадж был в Англии. И Шрила Прабхупад, он даровал ему силу, могущество отсюда. Шрила Госвами Махарадж был в Англии.
И Шрила Прабхупад дал им свою силу отсюда. Вы не можете представить, какое могущество имел Шрила Прабхупад. Пангум лангайте гирим. Можно эту шлоку произносить, говорить, но поверить в это, кто может на 100% может поверить лотосным стопам Гуру Падпадме, вы не можете доказать свое полное самопредание лотосным стопам Гурудева, но мы повторяем эти мантры, вот так я на тебя отдаюсь, я, например, но мы не можем доказать то, что говорится в этих мантрах. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, что наш Гурудев настолько могуществен, что люди думают, что какой-то необразованный человек, он, что про такого даже именитые, знаменитые пандиты спрашивают, на какую тему он докторскую диссертацию написал, хотя ранее Махарадж даже писать как следует не умел, но по милости Шрилы Прабхупады он стал таким. Пытайтесь понять, пытайтесь и посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас, к сожалению, даже выкидывают Хари Бхакти Виласа, Самриду Синду. Такие люди хотят показать, что они более милостивые, и поэтому не изучают такие книги и выкидывают их. Они хотят игнорировать наставления Рупы Госвами Пады и Санатаны Госвами Пада, и наставления Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура они также игнорируют. И вот они таким образом пытаются показать свое превосходство, пишут какие-то новые правила и предписания, не следуя наставлениям Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад говорит на пути Хари Бхаджана автоматически, что вы получаете лапу пуджи пратишту, но не думайте, что люди не выражают почтение вам таким. И также много из наших гурварги, они такую идею заявили, что кто-то отклонился от пути Шрилы Прабхупады, кто-то пал. Они возгордились собой. Думали, что они, ну, вначале, они все, вся вначале, у них все хорошо было, но потом они возгордились тобой, и это стало причиной их падения. Можно изучить их историю жизни, если вы не верите. И можно посмотреть на конец их жизни, на такое плачевное, болезненное положение, что случилось с ними после того, как они оставили Гауди Мат. Какое наказание они получили? Никто не мог выжить, ни один, кто совершил оскорбление лотосным стопам Гауди Матха, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура и Гуру Варге. Если такие люди хотят как-то показать себя, но вскоре общество увидит, кто есть кто. Их вся сиддханта, вся философия ложна. Они только дурачат нас. Такие люди, они только пытаются накрыть наши глаза, чтобы мы не видели абсолютной истины. И Шрила Прабхупад говорит, на пути Хари Бхаджана, Хари Катхи автоматически мы обретаем лабху пуджу и пратиштху. И думайте всегда, что вся лабха пуджа и пратиштха, все, что приходит в нашу жизнь, мы не должны принимать это, а должны принимать только вайшнави пратиштху. И все, что вы предлагаете мне, гирлянды, пранами, то будьте уверены с полной решимостью. Я говорю, что мы должны служить Гурангадеву. У нас нет права наслаждаться. Мы не можем доказать то, что Шрила Прабхупад ничто, а мы все, это неправильно. И таким образом,
в процессе вашего харибаджана автоматически вы получите лапху пуджи и пратиштху. И Шрила Прабхупад говорит, что не будьте заняты этими мелкими вещами. Всегда пытайтесь понять. Пытайтесь осознать то, что ваша жизнь не вечна, не стабильна. Каждая часть секунды вы должны осознать и понять, что жизнь не вечна, не стабильна. В любой момент мы можем уйти из этого материального мира. И поэтому не будьте заняты лапхой пуджей и пратиштхой, а пытайтесь быть достаточно разумны, по-настоящему умны. Пытайтесь понять все это, поскольку в шастрах, в седьмой части Бхагаватам, мы знаем, там есть такая шлока. Kalo karmo gunadhina deho ayam panchabhutikaha. Kalo karmo gunadhina deho ayam panchabhutikaha. Katham anyanstu gopaya. Sarpagastu yayapara. Just like a snake going to catch one frog, you know. Frog is always barking. Хочет схватить лягушку, лягушки, они квакают всегда. И мы можем сказать этой лягушке, что ж ты квакаешь, прекрати, поскольку змеи услышат и схватят тебя. Почему же тебе не замолчать? Но эти лягушки все равно квакают. Kalo karma gunadhino dehoyam panchabhautikaha. All your kal means time. И вот кал значит время, обстоятельства, наши действия, наше тело, все. Все контролируется какой-то неведомой силой. У нас нету такого могущества, чтобы. Контролировать все это мы не можем. Время, карму, майя, Ишвару, Верховного Господа, Веданта Сусутри, все это описывается. Веданта Сутра, она полна таких важных вещей. Кала, карма, джагат, Ишвар и все вот это остальное, и их взаимодействие. Наше тело состоит из пяти первоэлементов. И вот у нас ничего нет в нашей жизни, чтобы мы заявляли, что вот это наше здание, это тело наше, это жена моя, муж мой. У вас нет права говорить об этом, поскольку вы не можете контролировать свое собственное тело. Как вы можете говорить, что что-то ваше, если даже тело не можете свое контролировать? И вот если ваш ум и тело не под вашим контролем, то как вы можете контролировать всю Вселенную? Те, кто контролирует общество, можно сказать, что это большая обусловленность в их жизни. Мы заняты сбором различных степеней ученых, еще чего-то. Мы всегда заняты вот сбором всякой вот этой всячины. Кто-то думает, что если получить ученую степень, может писать шастры, какие-то книги. Но Шрила Прабхупад, он был лучший из пандитов за все время, лучший из пандитов во всем мире, но Шрила Прабхупад никогда не стремился ни к каким ученым степеням.
Шрила Прабхупада никогда не собирался получать какую-то ученую степень, но сейчас, к сожалению, можно видеть, многие стремятся к этому. Шрила Прабхупад говорил, он давал такие титулы в виде Винод Махаупадешак, Махаупадешак и другие титулы. Шрила Прабхупад раздавал своим преданным, и это зовется Вайшнави Пратиштха, не материальная Пратиштха, но за всю жизнь никто не мог доказать, что Шрила Прабхупад стремился к славе, почестям, уважению. Много людей, они говорили мне, что можно просто получить ученую степень, но что делать с ней, я не знаю. Bhaktivinoda Thakur never wanted to write Bhakti Bhushan, this, that, you know. But he is the topmost Pandit. You know, Gauranga Mahaprabhu wanted to, but Gauranga Mahaprabhu, even Supreme Lord, want to give them one, always want to give them some. И вот даже Верховный Господь, Он хотел дать им титул, как Харидас Такур, когда ушел. Mahaprabhu going to give full Pratishtha to Haridas Thakur. Full Pratishtha to Haridas Thakur, Mahaprabhu is ready, dancing with the body, and going to Haridas Chila Mahabhagavat. When Haridas gone, и вот когда Харидас ушел, Махапрабху сказал: «О земля, о мир, о Бхарати Деви, вы потеряли такое сокровище». Махапрабху, он дал великий титул Харидас Такуру. Махапрабху сказал перед океаном: и вот он сказал: «Сейчас ты очистишь». Now today you have the scope to clean, to wash. You have the chance. И сейчас у тебя есть возможность омыть лотосные стопы Харидас Такура. И сейчас ты станешь великим местом паломничества. И вот сейчас ты обретешь огромную силу, поскольку ты омоешь лотосные стопы Харидас Такура. Вот смотрите, сам Махапрабху подтвердил это, дал такую степень признания Махапрабху. Преданные, они не стремятся к каким-то титулам, еще чему-то. Веданта Ачарья, например, Бхакти Бхушан, Бхагавата Ачарья, они никогда не стремятся к этому, но сейчас, и это один из признаков, насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. From the track of Prabhupada, how much of what we have deviated from the lotus feet of Prabhupada. 100% faith we should have unto the lotus feet of Supreme Lord. Мы должны иметь огромную веру в лотосные стопы Верховного Господа и Его преданных, и только тогда, и только тогда мы сможем говорить о уникальной ачарьятве, уникальном идеализме Шрилы Прабхупады, иначе мы будем бояться. You are discussing this point, but you have your loophole. You have some defects in your life. Under the guidance of Prabhupada, и вот под руководством Шрилы Прабхупады мы просим весь мир, те, кто могут определить даже отклонение наше от пути, то мы хотим почтение выразить им. И вот обычно в публикации, в издательстве, точнее, на книжных рынках есть какие-то важные книги, которые публикуются какими-то издательствами. И писатели, редакторы, они тоже очень важны в этом деле, но в итоге эта компания, издательство в смысле, оно дает ответственность. We are going to give the almost final scripture, final script, not scripture. I am going to give, hand over this final script in front of you. If you can find one defect. Ну, в общем, просят такого человека найти ошибки в их публикациях. He can make proof.
В общем, почитайте, если какие-то ошибки, то сообщите и дадим там 50 рублей за ошибку. Раньше 10,5 было, ну, в то время, Махарадж говорит, большие деньги были достаточно. И вот если какой-то человек находил какую-то ошибку, ему за каждую ошибку платили деньги. Если, например, 500 ошибок нашел, по 50 рупий за ошибку, это уже сколько там, 25 тысяч. If you see the proofreading, maybe some slip. You slip this in online. There is some defect. If you allow another man to look, oh Maharaj, there is one. Еще когда один человек проверяет, может что-то просмотреть и не заметить. Поэтому второй должен проверять. Он часто находит те ошибки, которые первый пропустил. И вот чистые гуру Вайшнавы, они просят весь мир, что если вы можете... милостиво найти ошибки в моей жизни, укажите на них, я смогу их исправить и начать совершать баджан должным образом. И это Сиддханта Шри Прабхупады. Но сейчас, если кому-то указать на его ошибки, такие люди начинают возмущаться. И вот сейчас Харикатха, она очень и очень редко. Никто не говорит Харикатху, поскольку Харикатха значит говорить об абсолютной истине. Харикатха может есть, но... И вот Шрила Прабхупада пример такой приводит, что какие-то люди договариваются, что друг о друге они ничего плохого не говорят. И вот достаточно давно Туласидас Махарадж перед ним, какой-то преданный начал говорить, о, так называемый преданный. Что вот тот саду критикует вас все время, что правда, да. И тогда я давайте построю баджан-кутир ему рядом с моим баджан-кутиром. Не, вы все не понимаете. А этот человек критикует вас всегда. И Туласидас сказал, и поэтому я хочу построить ему дом рядом с моим домом. Позовите его сюда, я построю ему дом, баджан-кутир рядом с моим. Поскольку я сам не могу видеть свои недостатки, обусловленная душа, она не видит своих недостатков. Туласидас и Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур, они не обусловленные души, но какие-то люди находят недостатки в них, особенно вот во Вриндаване есть. Знаменитые пандиты утверждают, что Бхактивинода Тхакур не прав, а вот они правы, но таким людям мы хотим дать тапкам по лицу. Но, к сожалению, таких ачарьи нет, все как тряпки не могут бросить вызов тем, кто оскорбляет нашу сампрадаю. Просто молчат, как-то обходят это, но это неправильно. И поэтому много раз я раньше говорил, даже в Шенигахе на открытом собрании, я сказал, что мы не должны злоупотреблять этой шлокой. И мы не должны прекращать говорить об абсолютной истине, поскольку тогда Гурадга Махапрабху, он уже внутри нашего сердца, как Параматма, он поймает нас. Весь мир, сотни тысяч людей могут выражать почтение нам, посвящение получать. Thousands of people can watch my Harikatha over internet. Слушать лекции могут тоже тысячи человек. How many subscribers? Maharaj, more than 1 lakh. Are more than 1 lakh subscribers? That doesn't mean it is Harikatha.
Но если кого-то слушают, там 100 тысяч человек, например, это не значит харикатха, поскольку если было бы подлинная харикатха, то людей бы гораздо-гораздо меньше было бы. Там, где подлинная харикатха, весь мир может против вас выступать, и никто не позволит вам говорить где-либо. Шрила Прабхупад хотел сказать то, что до тех пор, пока у вас нет подлинного шаранагати, лотосным стопам Садгуру Бхагавана, у вас нет права говорить об этой абсолютной истине, это не драма. В драме вы можете найти кто-то самоубийство совершает, кто-то, но никакой реальности в этом нет, это все драма. И вот наш саньяс веш, ачарьи веш, парамамса веш, это не... И вот если у нас нет подлинности, то на 100% то, что мы получим наказание. Those renounced are increasing devotee. I mean, they are going to enter into the team of Ravan. They want to enter into the team of, you know, Ravan. They want to enjoy their life in the uniform of Sadhu. So much thing, Mayavad, impersonalism, cunning is so different. Так много вещей, Майявада, имперсонализм. Всю жизнь, если буду обсуждать это, я все равно закончить не смогу. Очень обширная тема. Конечно, я одно за одним расскажу, чтобы показать уникальный идеализм Шрилы Прабхупады. Много лет назад я хотел пример привести, если вы верите Садгуру, если вы верите Бхагавану, то тогда никто не сможет никаких проблем принести в вашу жизнь, никто не может как-то плохо повлиять на вашу жизнь, если вы полностью предались. И вот если кто-то если кто-то не пришел к гармонии с Гурудевом, он уходит впоследствии, такое объявляет движение непокорности, потом соревнуется с Гурудевом в чем-то. Ну, то есть первый шаг, это шаг, как правило, не кооперация. Потом они уходят от служения Гуру и Вайшнавам. То есть такие люди сначала прекращают как-то кооперироваться, потом открывают, а потом идут конкурировать пытаются с Гуру и Вайшнавами, как можно видеть в жизни Шрилы Прабхупады. Много учеников, они выступали против Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И вот они хотели доказать то, что... И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы не заинтересованы в его... аргументах. Вот кто-то написал какую-то книгу новую, Шрила Прабхупада, ну это отклонившийся Субхасаха его звали. То ли Кешава, что ли кто-то спросил. Вот написал книгу, пускай скажет, кто его гуру. И вот этот человек, он вынужден был написать книгу какую-то под руководством, по милости Шрилы Прабхупады. И потом он, когда ушел от пути Шрилы Прабхупады, написал книгу противоположную его книге, его первой книге. И таким образом мы отклоняемся от пути Шрилы Прабхупады.
ради какой-то мелкой практически некоторые готовы продать всю славу Гаудия Матха, всю библиотеку, чтобы получить какую-то славу. То есть люди просто ради славы готовы на какие-то низкие подлые вещи, а факт в чем? Если знать факты, то мы уже по-другому смотрим на вещи. И вот Махарадж был на Сурьякунде достаточно давно, давно был и долго там жил. И вот жил он на Сурьякунде там, где проходит дневная лила Рада Говинды, и вот он писал что-то, какое-то служение совершал. Говорил Харикатху, но в Раджавасе они деревенские. Имеется деревенские жители, это враджи, настоящие враджаваси, они личные спутники Рада Говинды, но просто те, кто живут во Врадже, это немного другие, всегда переспрашивают, что, каждое слово, так или иначе, какие-то преданные приходили, я говорил Харикатху, и вот однажды, когда Харикатха закончилась, я встал. And I stand, then one scorpio just fall down from my vasasana and from my cloth. И вот Махарадж там говорил Харикатху, и в одежду ему залез кто-то, но Махарадж не мог во время Харикатхи встать и отряхнуться. Но когда закончилось, Махарадж встал из ясасаны, из одежды скорпион выпал. И вот преданные были очень удивлены. А в тот день как раз Махарадж говорил, он Нарисимха Деви и Прахлад Махараджа. Это было удивительно. Я был восхищен, как Нарисимха Дев, насколько милостив Нарисимха Дев, что защитил меня. Поскольку этот скорпион в одежде был, под одеждой залез как-то, но Махараджу неудобно было встать и вытащить. И потом из того времени моя вера в два раза увеличилась. И также я прошу всех преданных со всего мира, если есть какие-то недостатки во мне, я хочу узнать, услышать о них и исправить себя. Я хочу стать настоящим саду. Я обещаю и говорю, что я хочу стать настоящим саду. И вот на самом деле суть в том, у нас мы не можем контролировать наши органы чувств, ум и все остальное. Мы можем только гавкать, как собаки, кто-то и горд своей властью, своим богатством, но и такие люди, как собаки, гавкают, гордятся всем этим, но они не могут обрести настоящую силу баджана. Это гораздо-гораздо сложнее до тех пор, пока мы не предались полностью лотосным стопам нашего садгуру. До тех пор, пока мы не предались лотосным стопам садгуру, мы не можем обрести силу и могущество. Кто говорит об этом? Шрила Прабхупада говорит. Кто говорит то, что кто-то вайшнав, а кто-то не вайшнав, например, если вот кто-то не позволяет заниматься какой-то ересью, то некоторые думают на таких людей, что они не вайшнавы. Смотрите, это показывает, насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. Во времена Шрилы Прабхупады было правило такое, что те достойные личности, они были председателями каких-то собраний, а сейчас выбирают не самого достойного, самого хитрого, или самого там богатого, или еще самого какого-нибудь.
Но это глупо. Ну, к сожалению, сейчас такая ситуация. Иногда ставят председателями собраний таких людей, которые вообще ничего о баджане не знают, даже основ никаких не знают. И такие собрания получаются собраниями Камсы, поскольку там... И вот на собрании Камсы такие демоны, как Агаса, Бакаса, Путана, они почтение получают, а на собрании Камсы мы не можем даже подумать, что Васудев может стать председателем их собрания, наоборот, его выгонят. Или в тюрьму посадят. Такая вот ситуация, к сожалению. Во Вриндаване есть такая шутка. И вот ऊंटों की सभा में एनो गिदर गायन है या तो गिदर का सभा में ऊंट गायन है ऊंट जानते हो कैमल इन द असेंबली ऑफ जैकल и вот на собрании шакалов этот верблюд может красиво петь. Okay, you can confer some title to me. I can speak Goshani. То есть можно видеть, но, к сожалению, на вот сейчас такое происходит, что один человек другого Госвами называет, и тот его соответственно. Это в корне неправильно. Шрила Прабхупада таких выгнать хочет, все такое собрание. Но на собрании Камсы мы не можем ожидать, что Васудев может получить какое-то хорошее место в этом собрании. Сейчас, к сожалению, такая ситуация, и кто говорит такие замечания, что кто-то вот вайшнав, а кто-то нет, кто таким людям дал возможность судить. Кто-то говорит, что вот его Гуру Махарадж дал положение ачарьи, но это опять же не значит, что человек на самом деле ачарья. Может, он просто хотел обмануть вас или как-то чтобы общество поддерживали, но вы должны решить, но сейчас никто не может действовать как ачарья до тех пор, пока мы не докажем, что мы не находимся, пока мы не докажем, что мы по-настоящему в течение Шрилы Бхактисиддханты Такура и Шрилы Прабхупады. И поэтому Шрила Прабхупад никогда не признавал выборной системы. И ачарья, поэтому он автоматически является, он самопроявленный. И вот смотрите, например, Гурудев, перед тем, как оставить свое тело, сделал кого-то ачарьей из-за времени и обстоятельств, вынужден был кого-то сделать ачарьей, но это, опять же, не значит, что тот человек ачарья. Вот пример Шрилы Бхактивилабхитирти Госвами Махараджа. Он никогда не говорил, что я ачарья. Он никогда не признавал, что он ачарья. Но Гуру Махарадж говорил, что мне Гуру Махарадж дал обязанность поддерживать это общество, я его поддерживаю. И вот если есть какое-то общество, должны баланс между материальным и духовным поддерживать. А сейчас, к сожалению, многие общества склоняются в сторону материального. Но материальное, оно никакое благо нам не может принести. Но мы иногда все-таки какие-то общества организуем, чтобы был баланс какой-то. Но баланс не значит компромисс. Баланс он для того, чтобы проповедовать харикатху должным образом. And
If we are not going to follow Prabhupada 100%, если мы не следуем Шри Прабхупаде полностью, то общество наше может быть большое, но это общество, оно не может доказать, что оно успешно в своей миссии, поскольку успех в своей миссии, что это значит, Шрила Прабхупад, только Прабхупад и никакой иной ачарья во всем мире. Он мог сказать, что такое обязанность Гауди Матха, предотвратить неправильное положение вещей в этом фанатичном мире. Это внешне неприятная обязанность Гауди Матха. Если вы хотите оставить меня, оставляйте, но мне, вы не можете ожидать неправильной сиддханты от меня, поскольку я хочу напомнить вам, достаточно давно, пару месяцев назад я говорил об этом и опять хочу вернуться, сегодня времени мало, и вот Вьясадева Госвами, он привел такой аргумент Нараде, о Нарада, я говорю Бхагават Татва Вигьяну, Бхагават Дарму. Я говорю об этой Бхагават Дарме тебе, но это не значит, что ты можешь идти и проповедовать как сумасшедший. Это не значит, что ты можешь начать проповедь как какой-то сумасшедший. Ты должен следовать полностью тому, что я говорю тебе. Чтобы все обычные люди, они обрели бхакти, развили бхакти лотосным стопам Бхагавана. Если мы делаем какие-то различные общества, свои придумываем правила предписания, чтобы все теряли веру в Шрилу Прабхупаду, но что толку от такого общества? Это такие люди просто предатели. Они как-то пытаются сделать так, чтобы никто не знал о подлинной славе Шрилы Прабхупады. Но, к сожалению, сейчас такие проповедники тоже встречаются, и проповедь никогда не может быть совершена каким-то обычным человеком, так называемым преданным, до тех пор, пока он не получит полную милость Гуру Вайшнава. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, я могу показать его статьи. Он говорит, что не нужно проповедовать сейчас. Идите и совершайте служение под руководством чистых гуру и вайшнавов, а не пытайтесь проповедовать, поскольку сейчас у вас нет контроля своих органов чувств и ума. И если вы пойдете на проповедь сейчас, вы осквернитесь. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорил таким людям, чтобы они не проповедовали. А если хотите проповедовать в будущем, то можете, но сначала себе проповедуйте. Вы должны проповедовать самим себе. И что это значит? Что хочет сказать Шрила Бхактивинода Тхакур? Вы должны говорить без всякого лицемерия. Вы должны говорить без всякого лицемерия своим подлинным «Я». Вы должны говорить с вашим умом. И вот о, дурной ум, какой же ты вайшнав? If you are going to do bhajan, harinam,
если вы совершаете баджан харинам как-то скрыто, имеется в виду в уединении. Шрила Прабхупад хочет показать, что настоящий Гаудия преданный, он все время, в его сердце какой-то музыкальный инструмент всегда играет в том же тоне, как, ну, имеется в виду, так же, как и сердце предыдущего Ачарьи, то есть его... Его сердце должно находиться в гармонии с нашими предыдущими ачарьями. Если мы, наше сердце оно на каком-то другом ритме, то это не будет гармонии. Поэтому мы должны узнать, как прийти в гармонию с Шрилой Прабхупадой Бхактивинода Такуром, нашей Гурвагой. Это мы должны узнать. И, а если у нас есть ложное эго, то тогда никогда мы не сможем обнаружить свои недостатки. И если мы сможем найти недостатки в своем сердце и избавиться от них, то тогда мы станем подлинными садо. И вот Пита Махабишма говорит: «О, Нарада, ты должен говорить Харикатху, но будь осторожен, ты должен говорить Харикатху таким образом, чтобы обычные люди, они обрели бхакти, преданность лотосным стопам Верховного Господа Кришны». Sarvatmanya khiladhari iti sankalpo varnayam. What? Brahma speaking? Yathaharu bhagavati ninam bhaktir bhavishvati. Sarvatmanya khiladhari iti sankalpo varnayam. With this resolution, you will have... You can go to preaching fair. Мы должны проповедовать, идти на проповедь. То, что мы можем сделать так, а чтобы принести великое благо обычным людям, мы должны пытаться вложить бхакти в сердца других, иначе не стоит проповедовать, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Чайтанья Чаритамрите говорил, что если нет бхакти, то тогда мы не можем проповедовать. Бхакти – это шакти. А если нет бхакти, как мы можем проповедовать? Бхакти – это шакти. Благословите меня, чтобы я все помнил, иногда я забываю, чтобы одно за одним я приводил все свидетельства, что такое имперсонализм и как мы можем определить его. Много раз во время моей редакторской деятельности кто-то я говорил эту харикатху однажды. В один день. Если мы будем слушать, что такое имперсонализм, что такое бхакти, и впоследствии, если вы избавитесь от влияния майя, вы поймете, что такое настоящая сиддханта, и никто не сможет одурачить вас. Однажды один очень образованный человек, он присоединился к Гауди миссии, и Шрила Прабхупад был там в тот день. Шрила Прабхупад был в том же месте, и вот человек пришел присоединиться к Гауди миссии. Но Шрила Прабхупад обычно проверял людей. И вот это была обычная практика Шрилы Прабхупады, что он сначала проверял людей, а если они проходят его испытания, то
Шрила Прабхупада говорил, давал Харинам дикшу с таким людям и все остальное. А сейчас, к сожалению, мы отказываемся от Хари Бхакти Виласа, от Бхакти Расамрита Синдху. Ну, можно видеть, все люди выкидывают такие книги и утверждают, что они более милостивы, чем Гуру Варга, но это плохо. Из-за этого то количество демонов увеличивается, и до тех пор, пока мы не сможем контролировать ситуацию, никогда в последующие сотни лет чистая преданность, она практически невозможна будет. А если мы сможем принять решение, касаясь к Нильсимха Давукши Лаграму, чтобы не будем совершать никаких ошибок, не будем стремиться к личной славе, и тогда мы можем показать настроение Шрилы Прабхупады, его уникальный идеализм и то, что было сделано так называемыми ачарьями, как защитить себя в такое время. Но сейчас многие готовы броситься в поток майя, но эта майя, она также вечна. Может кто-то спорить со мной, что майя вечна? Если Бхагават Шакти вечна, то и майя, мы тоже должны признать, она тоже вечна. Как Антаранга Шакти вечна, так и Бхагиранга Шакти, она тоже вечна. Но мы не всегда можем видеть, поскольку во время разрушения все шакти, они внутрь Господа входят опять. Но когда это творение, оно заново сотворяется, то можно обнаружить. И в Бхагаватаме могу показать, как Нарада рассказывает о своей прошлой жизни и все остальное. This way, creation, new creation going, again demise, and going to. И вот так происходит творение, поддержание, уничтожение и так по кругу. This way, Brahmaji, bhakti shakti bina nahi, bhakti ko, kipa shakti bina nahi, bhakti ko varda. Kipa shakti mane, bhakti. Без милости Бхакти Деви никто не может проповедовать, никто не должен пытаться проповедовать, что он может проповедовать без милости Бхакти. И вот я открою всю Сиддханту Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура и покажу вам, чтобы у вас не было возможности спорить с этим. И вот что говорит Питамаха Брахма. Ajata haru bhagavati nenam bhaktir bhavishvati. Bhaktir bhavishvati. Surely, so that they can get bhakti. Don't try to misguide them. Несомненно, не могут обрести бхакти, не пытайтесь обманывать их, не надо мешать каким-то людям, лучше покажите, что есть на самом деле. Выкиньте всякое лицемерие, двуличие из вашего сердца. For hundreds of years, lost. 100 years, going to lost everything. So, yatha haru bhagavati ninam bhaktir bhavishvati sarvatmane akhila dhare iti sankalpo varme. We will have to speak harikatha. We have to do harinam sankirtan. Мы должны говорить харикатху, совершать харинам санкиртан, но с такой решимостью, что мы не должны идти ни на какие компромиссы с имперсоналистами майявады и с майей. Мы должны решить, что мы никогда не пойдем на компромисс с майей, майявадой и имперсоналистами. Suppose I have no direct realization, in that case any amount of preaching done by me is almost useless.
И вот если кто-то проповедует то, что, чего он не осознал, то это бесполезно, поскольку настоящая проповедь – это вложение чувства сердца в других. И поэтому, когда мы приходим к чистым вайшнавам, наше сердце буквально плавится. А почему? Имеется в виду, если оскорблений нету. А если какие-то оскорбления внутри нашего сердца, Шрила Прабхупад говорит, я впоследствии буду говорить об этом, если есть какие-то оскорбления внутри нашего сердца, то тогда мы можем слушать харикатху от каких-то великих вайшнавов, но результата не будет. Мы можем слушать харикатху от Махабхагават, но если какие-то оскорбления внутри нашего сердца, то такая харикатхана не даст результата. И Джива Госвамипад уже сказал, то, что настоящая саду-санга, она никогда не пропадет зря. Джива Госвамипад пример приводит. Осознанно или неосознанно, если вы совершаете сатсангу, как в случае с Вайшнавадасом, который был изначально из Варанаси, кто пришел к Парамахамса Бабаджи Махараджу на Гадром, осознанно или неосознанно, поскольку тот вайшнав, который мимо проходил его бажан-кутир, он воспевал панчататву мантру. Он играл на караталах и пел, и специально или не специально, но тот вайшнавадас был вынужден слушать эту трансцендентную вибрацию, и это изменило его сердце. И благодаря этому мгновению сатсанги он не понял, что это сатсанга, поскольку тот преданный просто мимо баджан-кутира проходил. Это буквально полсекунды было, и когда он увидел и услышал его. И благодаря даже такому количеству сатсанги он оставил все свое положение ачарьи Майавады. Он пришел в Навадвипу, принял омовение в Ганге и в итоге пришел в Гадрум Даму, пришел к Парамахамса Бабаджи Махараджу и так достиг успеха, поскольку его надежда она была совершена, и вот он обрел сатсангу. И вот смотрите, осознанно или неосознанно гуру. И вот пример приводит Махарадж, если мы яд пьем, мы можем знать, что это яд, или не знать, но яд все равно отравит нас. Достаточно долго, лет 5 назад, я был во Вриндаване, и Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж в его матхе достаточно давно. Лет где-то 18 назад я каждый день говорил харикатху, там потом по какой-то причине я вынужден был остановиться, поскольку никто не мог принять такой харикатхи. И вот то случай, о котором я говорю, то, что если вы яд примете, то яд отравит вас. И вот передо мной это случилось. Я был там, внутри комнаты этого настоятеля матха, но этого матх-командера. И вот харикатха закончилась, я зашел к Кенчарджу в офис. И вот потом харикатха должна происходить в Дауджи Мандире. Это день Рамнавами. Махарадж три раза обычно говорит в этот день харикатху утром о Шиле Бхакти Валапхи Тирти Госвами Махараджи, на день его явления днем в матхе в честь Дауджи, о Аша Махараджа. Аша Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, Бхакти Шуда Аша Махарадж, день его ухода. И потом вечером я Махарадж говорил харикатху о Рамачандре. И вот три раза. И вот по милости, и вот в тот день я после харикатхи, и вот, в общем, тем временем один преданный
дома. Хозяин в Джайпуре жил, не хочу называть его, так называемый ученик Кешава Госвами Махараджа. И вот, воды попросил он. И один брахмачари настолько глуп, что сказал: вода вот там, здесь. А это была кислота. В общем, кислота там какая-то была вместо воды. И там спросили, что случилось, этот брахмачари, этот идиот, сказал, что это вода, туда тут кислота, и вот это передо мной было. И много таких случаев случалось. Один этот... И вот, в общем, был в одном доме, внук был, и дед этого внука, и вот этот дед... А в общем, в этом доме крыс много было. Это дедушка захотел отравить крыс своих, взял, приготовил что-то, ну какое-то что-то съедобное с ядом, чтобы крысы съели, подохли. И тем временем, вот, в общем, приготовил, положил, ушел куда-то. А внук? Внук пришел от этого дедушки, и отец, и вот он это взял, эту отраву, начал есть, и после этого заболел, но это поздно слишком было, в итоге помер. И этот дедушка очень плакал, как сумасшедший, что я убил своего внука неосознанно так. И таким образом много случаев, и осознанно или неосознанно, если мы получаем дурное общение, имею в виду всяких майвади, имперсоналистов, то ради этого я не ответственен. Я люблю вас всех на 100%. Я люблю вас всех, поскольку вы, у вас есть способность говорить так. Я... А еще не каждый могут слушать такую харикатху, и поэтому я выражаю почтение вам и очень благодарен, поскольку Кришна Дас Кавираж Госвами и наша прежняя Гурварга, они говорили, они выражали почтение лотосным стопам всем, кто читает их книги. И вот Кришнадас Кавираж Госвами выражал почтение лотосным стопам всех его читателей, читания Чайтамриты. И вот он выражал почтение, кланялся всем, кто читает его книги. И всем последующим вайшнавам он тоже кланялся. Мы даже не можем представить, но это действительно так. И так или иначе, если мы обретаем сатсангу, мы должны страдать от ее последствий. Это моя обязанность от имени Вишна Вайшнава Раджа Сабхи и от имени Шрилы Прабхупады и всей нашей Гурварги Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Это наша обязанность говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Может, вы откажетесь от меня, не сможете слушать, но все же я не могу обманывать вас. И это моя решимость в моей жизни. It is
И вот также это ваша обязанность принять эту харикатху, пытаться понять в очень тонкой форме, и этот имперсонализм может прийти. И я пример приведу один. Махарадж говорит, у него много служений, он книгу пишет, переводит. So I'm thinking that the man, that devotee is alone, how he can waste money, this, that, you know, seva, nice seva going on there. So I can give one example. One day, one very educated man coming вот, from... И вот примером, однажды один образованный человек пришел с одного этого. В общем, пришел присоединиться к Гауди миссии, и он слушал харикатху, харикиртан, и потом на какое-то время находился, и Шрила Прабхупад он уже принимал решение, что дальше делать, давать харинам, дикшу или еще подождать. А сейчас, к сожалению, можно видеть, что сейчас в один день все дают. Человек только пришел, ему уже и харинам, и дикшу, и саньясу, и все остальное, но это сахаджи так делают. И вот Шрила Прабхупад был в своем баджан-кутире в Калькутской Гауди миссии. Шрила Прабхупад слышал, что преданные практикует джайкара, ну, джайдхвани, я повторяю. И после этого он... И вот Шрила Прабхупад, услышав это джайдхвани, сказал это Шмайваде. И все преданные после арати пришли Шрила Прабхупаде кланяться, он спросил, кто же там джайдхвани возносило. Вот сказали, и Шрила Прабхупад сказал же Майаваде, и в итоге очень скоро обнаружилось, что действительно он Майаваде. Я говорил, Prabhu, by hearing Jayadhani, I can speak, he is Mayavadi. You know, in Vrindavan, this kind of Jayadhani, you know, going on, you know. Aaj ki anand ki jai ho, aaj ki anand ki jai ho, this kind of Jayadhani, when I say, he is Mayavadi. Apan Gurudev ki jai ho, Mayavadi. 100% I can address. Махарадж говорит, что есть определенные признаки майявады. Они обычно в джайадхвани вот такие вот слова произносят, что на хинди они, в общем, все. Ну, в общем, у майявады определенные признаки есть. Now it's up to you whether to accept my siddhanta vichara. И вот это зависит от вас, принять мою сиддханту или нет, поскольку я не говорю ни о чем личном, я говорю только о сиддханте Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. На сегодня конец. Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti vibhuta bahula vigyam mukti mohanta datri sithilito vidiragara dharadesha dhani Vilasatu hidanityam bhakti siddhanta bani Nikhilo bhuvano maya chinna vichinna karti Vibhuta bahula migyam mukti mahanta datri Shithilito vidiragara dharadesha dani Vilasatu hidanityam bhakti siddhanta bani Vancha kalpaturvasya ke basindu vyavacha Patitanang pavana bhavishnu bhyo namo